И малярные работы окончены как потолка, так и стены. Здесь у нас все закончилось. Единственное, что эта нишка недоработана. Когда будем ложить, уже будет положиться паркет, мы будем чувствовать цветовую гамму, тогда и подберем какую-то декоративную фишку, в зависимости от того, какая здесь будет планировка мебели и все остальное. Сейчас у нас здесь имеется фанера 21 мм. Под ней у нас лежит шумоизоляция Texonus и наполнена на 200-миллиметровый ватный порог. Проверено, соседями переговорили, шумоизоляция у нас прекрасная. Можем работать даже здесь в выходные, никаких жалоб у нас нету. Люди говорят, что все у нас получается, никакого шума нет. А если уж от строителей шума нет, то от жильцов и подавно не будет. Приступаем к монтажу паркета. Итак, какой у нас будет здесь паркет и как мы его будем ставить, об этом мы сейчас поговорим. Так, ребята, сейчас мы заходим в паркетное дело мастера. Володя, Володя, здравствуй. Володя у нас будет ложить паркет. Судя по возрасту, понимаете, что с опытом у этого парня все хорошо. Какие особенности укладки паркета нам может перестанут мешать? Секунду. Особенности укладки в этом помещении. Что нам мешает, что нам помогает, минусы, плюсы, с чего начинаем, чем закончим, какие гарантии качества. Помещение квадратное – это хорошо. Но оно не квадратное, а прямоугольное. Да. Но вот ниши. Ниша и под окно. Вот это немножко. Ну, нарезка. Да, нарезка. Итак, что мы будем ложить? Мы будем здесь ложить ламинат, паркет, что? Паркет, таркет. Так, как он выглядит? Он выглядит столярная плита, наверх покрыта шпон, дубовый. То есть у нас дубовый шпон сверху будет 5 мм. Да. Сколько такой продукт может прослужить примерно? Лет 25. 25, и это будет примерно 3 раза, 3 цикла циклевания легких. Да, это примерно 3 срока ламината. Ну, смотря какой, технологический ламинат тоже. Да, есть этот, который ставится в магазинах, то, конечно, высокая жесткость. Ну, надо напомнить, что здание, в котором мы работаем, больше 100 лет. Да? Да. И здесь высота потолков 3,20. Здесь комнаты, даже маленькие спальни, наверное, по 25 квадратов, самое минимальное помещение, да? Да, 25. Вот. А зал и того больше под 50. 45. 40. 40. То есть это историческая часть города Риги, и в исторической части мы делаем шикарные апартаменты. И не может быть здесь ламината на полу, да? Это же не серийка какая-то. Вот, поэтому Володя битый такой человек в этом деле, он здесь занимается, отвечает за паркет. Паркет мы поняли, какой ложим. Ложим его на два, кладем, наверное, не будете поправлять, кладем. Ложим или кладем? Кладем. Кладем. Все в комментариях пишут, что не ложим, а кладем. Кладем на клей. Мы на специальный паркетный клей кладем, покажем, как он будет выглядеть. Пробиваем на гвозди, на плашку, да. 8 штук. Да? Да. Остальные. И как мы начинаем? Предварительно мы шлифуем его. Шлифуем, грунтуем, чистим, шлифуем, грунтуем. И начинаем, приступаем к укладке. Значит, в этом помещении этим будут заниматься два человека. Второй из них сейчас делает подготовку. Сколько занимает, вставай. Можно и туда. Сколько занимает подготовка помещения 25-30 квадратов под паркет? Зависит от того, насколько он загажен. Если он не сильно загажен, то в принципе 15 минут. Ну вы же сами его засрали. Ну да. То есть ты хочешь сказать, что за полчаса мы его готовим? Да, это с чисткой, с грунтовкой и плюс-минус 5-10 минут на высыхание. И можно заходить и еще. То есть давай тогда подготавливай на место. Сейчас вам заходит, будете показывать мастер-класс, как мы будем укладывать паркет. И самое главное, меня интересует срок, сколько мы его сделаем. Конечно. За полгода или за день? Нет, часа 4, но посмотрим, как пойдет. Самое хорошее, что она прямоугольная. Здесь только единственное, что вот здесь только надо смотреть. И потом прямая, 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 прямая. Ну и здесь тоже под окном. Скажу, что это новенькое, но что у ламинатов, что у паркетов, у всех одна и та же песня. Сначала любой мастер набирает базу, желательно работать в паре, потому что если первые четыре доски базы будет набрано неправильно, все
Вся остальная работа, это будет не работа, а чёрт знает что, и слово качество, о нем придется позабыть. Дальше будут косяки и возможность устранения этих косяков. Работы здесь не будет. Прикольно, что мне вот нравится, когда это делает мастер, которому, допустим, 60 лет, и рядом мастер, которому, допустим, 27 лет. То есть у одного опыт, у другого энергия. Опыт плюс энергия всегда гораздо лучше, чем что-то одно из этих по отдельности. Сейчас мы наносим на базу, которую мы сделали, клей специальный для этого паркета 3-миллиметровым слоем на заранее черченную зону. Вот. Сейчас мастер доклеит, мы сразу задвинем на клей, пристреляем и сразу положим вес, чтобы он уже прихватился, чтобы, как говорится, на следующий, что мы будем укладывать, просто уже можно будет убрать этот вес, и он уже никуда не денется, и можем уже спокойно идти дальше. Так, я сейчас пробиваю пол пансамовскими гвоздями. Так. Ну, в принципе, как и гипс, через каждые 20 сантиметров. То есть через даже одного. Хорошо, что их много. Так мы точно будем видеть, что они точно никуда не денутся. Он будет все стоять, все, как говорится, как на фундаменте. То есть у нас получается, что вы прилепили сейчас базу, и ты примерно каждые 20 сантиметров пробиваешь гвоздями просто. Да, и... Пока Володя нарезает новую доску, ты пробиваешь и намазываешь клеем другую, да? Да. Ну показывай, как ты это делаешь. Ну что, вот такие они последние новости с нашего проекта. Паркет в этой комнате уже лежит. В этой почти лежит. Стены почти у нас уже докрашены. В этом санузле мы балуемся килтой гидроизоляции. Почти уже намазано. И вот эту стеночку мы готовим на самое вкусное. Здесь у нас родилась такая задумка. Значит, смотрите, мы линию двери выводим. Видите, с линии вот этого бесполезного электрощитка этого шкафа, и хотим туда поставить две стеклянные раздвижные двери. И в этой части мы так решили, как-то задекорируем, будут вещи висеть, куртки и все остальное. А вот здесь, с этой, как бы, не алло колонной, которая полукруглая, мы ее сделаем, теперь уже точно решили, сделаем ее под мрамор. Цвет еще не придумали, но она у нас будет мраморная колонна и натяжной потолок с такими шарами, люсточками. Когда человек заходит, у него и так высота 3,20, она будет 7 метров. И вот эта мощная колонна, брутальная, она даст эффект вау. Когда человек будет покупать эту квартиру, он должен зайти сюда и сказать вау, и влюбиться в нее. А потом уже дальше будет ходить по опциям и офигевать от всего остального. На сегодня это все. Работы у нас закончились. Спасибо, что до конца смотрели видео. Мы по домам. Всем пока.